По образованию я бухгалтер. С сетевым маркетингом я познакомилась еще далеко в молодости, когда собиралась уходить в декретный отпуск. Я сама искала возможность дополнительного заработка. Мне нужны были деньги. И у меня получилось. Я была очень рада, что хоть немного помогаю мужу содержать семью, так как расходы с малышом, они всегда непредсказуемы. А еще вдобавок мы жили на съемной квартире. Я стала активно заниматься саморазвитием. Я много читала, смотрела, ходила на семинары. И мое мышление стало меняться. И в тот момент я поняла, что будущее за сетевым маркетингом. Потому что здесь нет ограничений по доходам, по развитию. И мне очень понравилось быть хозяйкой своей жизни. Планировать, заниматься собой. И после декрета я не вышла в найм. Я стала развивать сетевой маркетинг. Более 20 лет я была приверженцем одной единственной компании. Я росла, развивалась, но мой финансовый результат меня не устраивал. Доходов едва ли хватало, чтобы закрыть свои базовые потребности. А мечтала-то я о большем, я мечтала о другой жизни. И в один момент я приняла непростое для меня решение сменить компанию. И ключевым критерием было то, что мои партнеры не зарабатывали. И когда я увидела чеки партнеров компании Siberian Wellness, меня удивило то, что они показывают два чека. Чек мой и чек моей команды. И чек команды меня просто шокировал. Я смотрела на него и думала, может быть, они их сами рисуют? Ведь такого просто не может быть. И когда я пришла в компанию Siberian Wellness, я решила, что это будет моя последняя попытка. И если тут не получится, то буду искать что-то новое. И были даже мысли идти на Marketplace. Но пазлы сошлись. И основной момент, за который я переживала, это продукция. Будет ли этот продукт востребован? Нужен ли он людям? Будут ли у нас заказывать? И мы с партнерами были очень удивлены тем, как люди реагируют на сибирское здоровье. Заказов, правда, очень-очень много, потому что всем все надо, все хотят у нас. Я просто веду свой чат, где рассказываю о продукции, делюсь своими впечатлениями, столько много заказов и потрясающие отзывы. Это так вдохновляет. Продукт классный. Отличное соотношение цена-качество-результат. Очень хорошая репутация у компании. Люди доверяют этому продукту. В компании Siberian Wellness отличный маркетинг-план. Здесь созданы идеальные условия для сотрудничества. И особенно новички оценили это. Потому что, придя в компанию, уже в первый месяц работы они зарабатывают 5-10 тысяч и более. Через 4 месяца работы мой чек составил 26 тысяч рублей. Муж увидел и сказал, а что, так можно было? Я только начала активно работать. В мою команду пришло 2 партнера. Мой чек составил более 7 тысяч. Я безумно этому рада. Даже не верилось, что в первый месяц я сразу выйду на доход. У меня получилось чуть больше 10 тысяч. Как я была удивлена, что во второй месяц заработала 14 392 рубля. Это компания, которая стабильно развивается в 65 странах мира за счет создания уникальных инновационных продуктов и развития людей. Первое, что я оценила, придя в компанию, это бизнес-скул онлайн. Невероятная профессиональная школа, в которой собрано уже около 100 курсов, которые отвечают всем требованиям современного ведения сетевого бизнеса и подходят для любого человека с уровня новичок. Мои партнеры учатся и работают по системе. Именно поэтому мы очень быстро растем по карьерной лестнице. В нашей команде работают люди абсолютно разных возрастов и разных профессий. Я фармацевт со стажем работы более 10 лет, а также мама в декрете. Я мама 2 детей. И по совместительству я клинический психолог и реабилитолог. Более 10 лет я проработала в крупном коммерческом банке. Сейчас я домохозяйка и развиваю бизнес Siberian Wellness. Я мамочка 2 детей, и я работаю в детской музыкальной школе по классу фортепиано. Я руководитель сервисного центра по ремонту бензо- и электроинструмента.
и очень быстро я стала участником автопрограммы. Вместе с мужем мы выбрали стильный автомобиль Amoda C5 максимальной комплектации. Это очень щедрый подарок от компании и самая крутая визитка. Она создает рекламу 24/7, и многие партнеры пришли в бизнес именно на автомобиль. Также Siberian Wellness – это компания про свободу, про путешествия. В 2023 году я побывала в Узбекистане, в садах Siberian Wellness в Ферганской долине. И в Новосибирске – это родина компании. Мы посетили производство. Своими глазами увидели, как создается продукция. А в этом году мы с командой планируем путешествия в Сербию и в Узбекистан. Я благодарна компании за мою новую жизнь, за достаток и уверенность в завтрашнем дне. И мне нравится моя новая, яркая и насыщенная жизнь Siberian Wellness.